crosses. That was really weird and unsettling. All of a sudden, I heard this crash. I was feeling pretty vulnerable. Мой старший сын и я наконец-то нашли дом, который хотели бы купить. Мы были очень воодушевлены, когда думали о переезде. Мы его приобрели по прекрасной цене. Сам дом был очень просторный, в нем были большие окна. Мы полностью полюбили его. Мы купили дом как раз под Рождество и почти сразу начали украшать дом. Лично я наряжала елку. У нас был прекрасный камин в новом доме, который мне очень нравился. Я поставила на каменную полку несколько свечей и разные рождественские украшения. Я сделала здесь празднично-религиозный уголок. Когда я только первый раз зашла в наш новый дом, я заметила на дверных косяках нарисованные кресты. Кто-то попытался закрасить их белой краской, но красные кресты все равно было видно. Это выглядело очень странно, и я беспокоилась из-за этого. Мы пригласили друзей, чтобы мы вместе с ними почитали молитву и тем самым осветили новый дом, потому что я религиозный человек, и это изначально было в моих планах, когда я еще только думала о переезде. Мои двое друзей, Лоррейн и Джим, верующие люди. Они пришли, и мы начали сначала жечь благовоние. От этого у нас появился дым, а когда ты в это время читаешь молитву, то можно сказать, что освещаешь дом. Благовония очищают место, где ты их сожжешь, а еще они очищают воздух. Этот процесс также может негативно влиять на какую-нибудь сущность, которая не хочет покидать дом. Мы начали ходить из комнаты в комнату, чтобы убедиться, что во все углы комнат, в шкаф, в любое темное или закрытое место попал дым. Вскоре я услышала грохот. Большая стеклянная свеча была сброшена с каминной полки и разбита на миллион маленьких кусочков. Сначала стало немного страшно. Я была не уверена, что такая большая свеча смогла сама упасть. Это было очень странно. И не было причин, чтобы свеча сама упала с каминной полки, потому что эта полка была довольно широкой и надежной. Она не могла согнуться или треснуть. В тот момент я начала немного нервничать, потому что, читая множество книг, я знала, что такие вещи происходят, когда в доме есть скопление негативной энергии. В тот момент я думала, хорошо, что мы сожгли благовоние именно сегодня, потому что если здесь и правда что-то есть, надеюсь, что очищение дома поможет нормализовать обстановку. Мои друзья уже вроде как начали собираться уходить. Лоррейн перед уходом сказала, что с ней все нормально. Я сказала, что со мной тоже все в порядке. Мы убрали разбитое стекло и начали снова молиться и жечь благовоние.
Я почувствовала, что стала уязвимой, когда Джим и Лоррейн ушли, потому что мой сын вечером в этот день ушел на репетицию, так как состоял в музыкальной группе, и я в итоге осталась одна. Было поздно, и уже была пора пойти спать, но я решила пойти перед этим в душ. У меня было жуткое чувство, что кто-то наблюдает за мной. Я почувствовала, как что-то коснулось меня, и это была занавеска для душа. Я просто отмахнулась и не уделила слишком много внимания этому, потому что знаю, что когда человек принимает душ, от воды создается легкий ветер. Или когда оставляешь дверь открытой, создается не сильный сквозняк, и поэтому занавеска может двигаться. Но у меня появилось чувство, что что-то приближается ко мне. И вдруг занавеска обмоталась вокруг меня и моей головы. Она душила меня. Меня пронзил сильный страх. Я не могла справиться с этим. Я начала кричать, и из-за этого прибежала моя собака. Она начала гавкать на занавеску для душа. После этого занавеска стала свободной и перестала душить меня. Мне было очень трудно в тот момент. Я попыталась обсудить сама с собой, что произошло и как это возможно. В тот момент я становилась все более и более нервной, потому что у меня появилось чувство, что такие нападки нечисти становятся все более сильными, потому что теперь все зашло дальше, чем просто разбитые предметы и прикосновения ко мне. Когда что-то вторгается в мое личное пространство хоть немного, я начинаю сильно нервничать в такие моменты. После всего произошедшего я устала, я была истощена. Я уже хотела, чтобы день побыстрее закончился. Так что я взяла собаку и решила, что мы с ней ляжем спать. К слову, собака всегда спала со мной на кровати. Скорее всего, я проснулась немного позже полуночи. Я чувствовала, что кто-то постоянно ходит по моей кровати. Моя первая мысль, когда я услышала шаги, была, что это может собака ходит по кровати. Я ничего не могла разглядеть, но моя собака была со мной, так что в тот момент со мной было все в порядке. Мы с моей собакой попытались переждать здесь ночь, и мы легли обратно спать. Но это произошло снова. Кто-то снова ходил по кровати. Но затем, плюс ко всему, этот кто-то начал стучать по кровати снова и снова.
Сначала я начала чувствовать, что кто-то касается моего плеча. Я устала, я просто хотела, чтобы это прекратилось. Я хотела, чтобы эта сущность ушла. Но потом, после стуканья, это существо начало трясти меня. Тряска становилась сильнее и сильнее, и не прекращалась. Я чувствовала себя как тряпочная кукла, я была напугана в тот момент. Потом я поняла, что кровать движется. В тот момент я почувствовала, что хочу расплакаться. Я была очень напугана. Вы очень уязвимы, когда спите, потому что вы находитесь в таком состоянии, в котором не знаете, что происходит вокруг вас на самом деле. А когда я проснулась, кто-то двигал мою кровать и тряс меня. Когда все прекратилось, я поставила свою кровать обратно и положила на нее матрас. Я позвонила своей подруге Лоррейн, которая приходила ко мне в гости. Я позвонила ей, чтобы рассказать, что произошло со мной. Она сказала мне верить в силу молитв и проговаривать молитвы, которыми мы очищали дом утром. И еще она добавила, что она и Джим снова придут с утра и попытаются очистить дом, если я этого хочу. Я не хотела больше ложиться спать, но я была истощена. В итоге я не заметила, как снова уснула. Во время сна я почувствовала, что что-то коснулось моей ноги наяву, но я все еще до конца не проснулась. Я не обратила на это слишком много внимания, потому что подумала, что собака задела меня, и я до конца не осознавала тогда, точно ли меня что-то коснулось. Но затем меня ударили по ноге. Когда я проснулась от этого, я поняла, что это была не собака. Я уже автоматически встала и вдруг почувствовала, что что-то есть под одеялом, и я его откинула. Когда я откинула одеяло, оттуда появилась мистическая фигура. Я смогла разглядеть его лицо. И это было страшное существо, которое смотрело на меня. У него был воротник, как у священника. У него были длинные волосы. Его глаза были ужасными, и они как будто горели. Его рот был похож на человеческий, но когда он открыл его, там были острые, как бритва, зубы. Зубы, как у хищного животного. Я была напугана в тот момент, я не знала, что я видела перед собой. Но я понимала, что это все нехорошо, передо мной что-то паранормальное. Я была парализована, я боялась пошевелиться. Я почувствовала, что у меня по костям идет холод.
Я вспомнила, что Лоррейн сказала мне, что есть одна сильная молитва, и я начала повторять ее. Мой голос дрожал, и я начала говорить молитву. В этот момент эта сущность начала смеяться. Я просто пыталась выговорить слова и начать молитву сначала. Я просто хотела закончить молитву. Если бы я ее закончила, то это существо бы ушло. Я не могла понять слова молитвы, я просто не могла. Я начала волноваться и не могла заставить слова выйти из моих уст. А эта сущность просто смеялась надо мной. Когда я путала слова, именно тогда оно начинало смеяться. После этого я начала говорить все молитвы, которые знала. Я никуда не убежала, я продолжила молиться, чтобы потом спокойно уйти. Но в итоге я рассердилась, потому что у меня ничего не получалось, и я решила бежать. Я встала и убежала. Я кричала от страха и забежала в гостиную. Я начала звать своего сына. Эта сущность не преследовала меня. Я стояла в комнате и вскоре начала осознавать, что у меня появилось странное чувство жжения. Я никогда не чувствовала ничего подобного, но что действительно страшно, что это было только похоже на жжение. Я посмотрела на себя и увидела 4 царапины на своей груди. Они были ярко-красные, и было очень больно. Я почувствовала тогда себя очень оскорбленной, потому что не смогла контролировать ситуацию. Я не знала, как это остановить. И это была самая страшная ночь в моей жизни. Мой сын убедил меня сделать несколько фотографий, чтобы люди поверили нам, если мы будем рассказывать эту историю. Поэтому он взял камеру и сделал несколько снимков. Он решил даже сделать аудиозапись, и там было кое-что. При обратном проигрывании записи слышно, что эта сущность говорит одно слово, и это слово «Лютер». Я провела небольшое расследование после этого. То, что я обнаружила, шокировало меня. Этот дом и эта земля принадлежали одной семье. В то время, когда они жили здесь, в городе была сильная эпидемия какого-то вируса. Половина этой семьи умерла из-за этого, и у каждого из них была фамилия Лютер. Мы покинули дом в течение месяца. Все это время паранормальная активность продолжалась, но именно из-за той ночи я приняла решение съехать оттуда. Я не сумасшедшая, это все действительно случилось со мной. У меня никогда не было заболеваний, связанных с психикой. Я не пью и не курю. Я взрослая женщина и не хочу из себя строить клоуна. Я вам скажу одно. Пока вы это не увидите, вы не поверите никогда. Так же, как и я за всю свою 45-летнюю жизнь не верила, пока не увидела. Вот и все. Верить или нет, каждый решает сам. Всем удачи и пока!